Здорово, пацанчики! Сегодня четверг уже, пятница приближается. Сейчас с утра был, короче, в ментовке. Один. Был в первом районе, короче. Это в 15 году у меня украли ноутбук в Самоково. Уже 2 года прошло с хреном. Тут прислали мне какие-то бумаги, что все закрыто. Расследование там, хрен пойми, что. Ездил туда сколько раз, только сколько газа сжег ради этого. Ради надежды. С ним. Там все мои видосы в том ноутбуке остались, какие-то болгары, которые взяли этот ноутбук, ну там самоковские цыганчики. Охуевали, наверное, там с моего дерьма, блядь. А дерьма там было, брат, поверь, пиздец. Хватало, блядь, до хуища чего там. Ну, конечно, мы сами виноваты, точнее. Там есть в Самокове, называется Бунгала Релакс. Там будьте очень осторожны, если там будете. Просто все свое барахло надо прибирать, все везде закрывать. А то всему до свидания, можно сказать. Такие пироги. Все, всем легкого дня, тыры-пыры, созвонимся. На выходные там туда-сюда кидайте предложения. Я в Фейсбуке. Прописан в Фейсбуке. Живу в Ютубе, понтуюсь в Твиттере. Так что, если что, пишите жалобы. Папа все примет и разберет. Все. Трудитесь, трудяги. Давай, блядь, зацепи меня, блядь, сука. Все, хазь.